Машины тонули, рыбаки уплывали на льдинах, собаки догоняли хозяев вплавь. На прошедших выходных в бухте Гертнера поломало лед. Трагедии, чудом удалось избежать. Килограмм корюшки по цене автомобиля. Именно во столько обошлась пойманная рыба двум магаданцам на этих выходных. Несмотря на запрет выезда и выхода на лед, любители такого зимнего развлечения едут за уловом, рискуя потерять не только транспорт, но и собственную жизнь. Ездят они тут. Ничего не боятся. Ледины плавают. Лед от берега. 4 марта в 11 часов утра на пульт 112 поступил сигнал о том, что в бухте Гертнера произошел взлом припая. Несколько человек и машины уносят в открытое море на оторвавшейся льдине. К работе оперативно приступили катера на воздушной подушке. По приезду на место спасатели обнаружили, что в сложной ситуации оказались 17 человек. Большая часть из них эвакуировалась самостоятельно, другие плывут на оторвавшемся льду. Спасатели ГОЧС и ДВРПСО эвакуировали со льда 4 человека. Одному понадобилась помощь скорой, доставили на берег и передали сотрудникам скорой помощи. Итог такой рыбалки впечатляет. Одна машина уже на дне Охотского моря, вторая, как айсберг в океане, еще дрейфует. Несмотря на это, хозяин непотопляемого Nissan Тирана на следующий день возвращается на то же самое место, только уже на другой машине. Опять бурит лунку и ждет клева. А джип ему не жалко. По его словам, это всего лишь кусок железа, и с ним он уже попрощался. Это не главное в жизни. Главное в жизни – удовольствие. Жизнь. Вот, жизнь – это важно. Вот, за нее я сам решаю. А корюшка же стоит 300 рублей килограмм. Ловить надо, а не покупать. Мы закон не видели. Ну, вы можете ловить, на самом деле. Мы в темноте ехали. Почти все, кто стоит в этот день с удочкой в руке, придерживаются такого же мнения. В отличие от тех, кто, руководствуясь здравым смыслом, предпочитает рыбу не ловить, а покупать. Вроде взрослые люди все, да? Вроде разум какой-то, ну включи голову, включи разум. Мужчины у нас любят рыбачить, поэтому тепло, не тепло, идут на виск. Ребят предупреждали, они как бы пренебрегли своими жизнями. Посидеть у лунки с мормышкой и ощутить при поклевке выброс адреналина приходят магаданцы не только зимой, когда на улице за 20 и толщина льда достигает метра. Магаданские рыбаки настолько суровы, что не боятся ловить рыбу, стоя на краю льдины прямо из трещины. А по словам спасателей, лед здесь гораздо тоньше и находиться здесь очень опасно. Поэтому спасатели регулярно проводят рейды, беседуют с рыбаками, замеряют толщину ледового покрова, мониторят обстановку. Ведь беду лучше предотвратить, чем устранять ее последствия. Уважаемые рыбаки, просьба покинуть лед, тем более на автомобиле. Лед потресканный весь. Ожидается усиление ветра, возможно, оттянет большие куски льда. Поэтому давайте, снимайтесь и на берег. По прогнозам метеорологов, на Колыму идет очередной циклон. Погода ухудшится, возможен лом ледового припая. Полыни, проруби, лунки и трещины, покрытые слоем снега, становятся опасны вдвойне. И в погоне за дешевой рыбой магаданцы ставят под угрозу дорогую жизнь.